были задержаны людьми в масках, без объяснения причин. Подошло порядка 30 человек. Они были вооружены автоматическим оружием. Не представившись, они просто схватили наших журналистов. По одной информации и они были связаны. Действовали очень аккуратно, профессионально. То есть было видно, что это подготовленные сотрудники, которые схватили наших людей, наших журналистов, корреспондентов, которые работали, освещали события в Донецке, на Украине. Схватили их и увезли в неизвестное направление. Как выяснилось, несколько позже им оказались сотрудники службы безопасности Украины. Они знали, кого они ищут. То есть, как выяснилось позже, это сотрудники спецназа СБУ. Они действуют конкретно, они приходят за конкретными журналистами, потому что журналисты, которые работают сейчас у нас там, они делали ряд скандальных репортажей о разоблачении политики, которую ведет сейчас украинские спецслужбы. Поэтому они пытаются всячески скрыть и эту информацию сотрудники СБУ и не дать распространению правды не только в России, но также на Украине и на мировом медиасообществе.